Вот такие красивые здесь панорамы. Утро 16-го дня или 15-го моего путешествия. До ума не дотянул, километров 20. Застали меня в дороге сумерки, остановился здесь. Разве не чудесное место? Какие травы. Но все красивое бывает не без некоторой цены. Тут попалась одна травка, которая меня просто заела. Чего он не сообразил? Вот она, родная. Она цепляется ко всему, к чему можно прицепиться. Как она называется, я не знаю. О! Вот уже целая грусть на пальце. Разворачивался-то я уже в сумерках. И вдруг смотрю, все, что возможно, даже антикомарная сетка у меня покрыто вот этими вот репьями. Я уже в темноте разбирался, вот что это за растение такое. Ну, с репьями-то я этими встречался, но вот на само растение никогда не обращал внимания, просто вычищу их и еду дальше. А тут я вижу, приходится присмотреться. И все это растение вот на этом пятачке я вырвал. Вот оно. Длинное, длиннющий стебель. И вот эти репьи. Куча, 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 куча. Чик. И все. Они тебя уже облепили. Эй! Эй! Кроме того, здесь еще и муравьи. Мелкие, совсем микроскопические. Но они почти спать не мешали. Однако проникали в палатку. Вот так. Цена красивого пейзажа какая. Сниму напоследок перед отъездом панораму. Прямо пиршество какое-то для вкуса и глаз. Вот мы остановились на подъезде к Умань.